бізге күніге мыңдаған SMS келіп жатыр да жеке парақшаға. Не деген андай жылау да, тек қара халықтың мұңы. Сіз басшы құрам ретінде дұрыс айтып жатырсыз, бірақ қарамағыңыздағы адамдар олай істеп жатырған жоқ аға. Например, менің басымнан өткенім, менің өзі туысқаным бір 3 сағат тағады маскасын. 3 сағаттың арасында шешіп тастап, қасында інісін жібереді, бар аптекадан маска алып кел дейді. Сол кезде полицейлер кіріп келеді. Бағанағы құрамы жоқ, мобильный топтың құрамы жоқ, тек қана полицейскийлердің өздері келеді де, жай қарапайым қара қазақ халқымыз штраф арқалап кетіп жатыр. Ол дұрыс емес қой. Айтса түсінбейді ана полициялар. Мына қаулыға сәйкес, мынандай қаулының номеріне сәйкес 2 сағаттан 3 сағаттан артық тағуға болмайды. Мен қазір ауыстыруға аптекаға жібердім десе түсінбейді аналар, штраф жазып кетіп жатыр. 24 ақпан 2021 жыл. Шымкент қалалық санэпидстанциялық орталығына келдік. Жеке қабылдауына жазылған болатынбыз. Абдуманап мырзаның, Төлебаев Абдуманап, Абдиманап Қошқарович. Бастықты күтіп отырмыз. Юристтерге ме? Документ сұрасақ, юристтің дейді да? Сөйтіп біз айттық, мен бүгін туылдым, сен есіп па деді. Тура сол сияқты да, документ болу керек па? На его месте, например, на его месте я могу тоже сказать, а я здесь генерал, я здесь юрист и тому подобное. Как же не должно, но это же государственное учреждение, да? Пишем прям нормально себе записать это. Звонда один, звонда, да, мне. А будет клиент по этому этапу с власти? Ага, ну вот, неинтересно, да, вот, конечно, видео выкладывать. Это зачем? Мне главное, чтобы государственные органы работали в установленном законном порядке, согласно приказам, стандартам, регламентам, положениям. Все. Ни больше, ни меньше. Вы разрешите мне уже спокойно. Например, помещение город Хопер, спокойно же? Я сам спокойно. Просто когда вопросы задаешь или получаешь на них глупые ответы, вольно-невольно начинаешь раздражаться. Просто, вот, просто вы, да, ваша организация, ваш департамент, в лице вашего руководителя, главного санитарного врача. Салам алейкум. Контакты снимать перчатки. Нет, туда поближе к вам подойти или как? Что, там сидите, я вас слушаю, все. Лишний прием, как у нас? Когда они вы тоже снимаете? Вот у нас. Изображаем, мы тоже снимаем. Хорошо, вы только смотрите, снимайте на специальные зарегистрированные средства. То есть видеокамеры, которые у вас на балансе состоит. Вот это на смартфон я запрещаю. А, вот. Теперь согласен. А на личный смартфон я запрещаю. Құжаттармен танысуға міндеттіміз ба? Құжаттармен танысуға міндеттіміз. Давайте для начала познакомьтесь. Я вас по телевизору вижу, но в любом случае я бы хотел удостовериться, что это действительно вы, в вашем служебном удостоверении есть. Бізде мен сізге айтайын, біздің атауымыз өзгерді, сол себепті біздер сол жөнінің өзірсенің барлығына 144 адамға заказ берді. Это вы прекрасно знаете, что это тендерные основаты жүргілерді, которые специально этот организация могут. А что это, как имеющий право? То есть, получается, у
старые забрали, новые еще не дали? Старые еще пока в руках у всех. Ну у вас должен быть старый образец. Я вам лично удостоверение могу показать. Нет, зачем мне ваш личный? Вы же в рабочее время, на рабочем месте работаете. На рабочем, давайте, вот я сейчас говорю, несколько читать. Нет, просто порядок начинается в личном составе, начинается с этого. Порядок дайте, имеем проблем, Тюрбаев Вадим Мурат Пушкарович. Я руководитель департамента санэпидконтроля, города Шымкента. Так, заместитель Ержан Жумабек Анашевич. Так, руководитель юридического отдела Болат Бахтиярович Нурманов. Майра Сюрбуловна, руководитель органа отдела. И остальные руководители Шымкента. Сіз өзіңіз представьтесь. Моя фамилия Алпысов Арман, я являюсь общественником, активистом. У нас есть претензия от имени граждан нашего города Шымкента, так как у нас имеются подписчики, люди нас смотрят, наш канал, задают нам вопросы, претензии, жалобы. Напрямую к вам почему-то они боятся идти, особенно предприниматели малого бизнеса. Это продуктовый магазин. Кто боится? Приходить жалобы обращаться. Почему? Потому что в лице, как оказывается, надзорного органа полицейскими, они приходят и говорят, если будешь лишнее что-то говорить, будем тебя постоянно штрафовать. Это кто говорит? Это отдельные лица полицейские, участковые инспектора. Вот поэтому пришли, это не полицейские. Это я вам сейчас общую просто показываю обзор, почему мы здесь находимся, понимаете? Слушай. Теперь вот, что касается конкретного вопроса, это по мониторинговой группе. Вот вы в своем постановлении пишете в пункте 6 активу районов, территориальным единицам вашего департамента, полицейской службе обеспечить мониторинг. Мониторинг проводится специально мониторинговой группой. Я прав или нет? Правильно. Правильно. Теперь вопрос, почему полицейские вне состава мониторинговой группы, вне рабочее время приходят и беспокоят частных предпринимателей. Это частный сектор. Под предлогом мониторинговой группы, якобы по карантинным мерам. Почему такое происходит? Как-никак, вы же вроде бы контролирующий департамент именно по этой работе. Вы даете поручение районным активам, вашим департаментам и полицейским. Почему они нарушают вот эти требования? Самостоятельно ходят? Все? Да, все. Так, я вам объясняю. Мы контролирующий орган в сфере санэпидблагополучия. Так, во-первых. Во-вторых, мониторинг группа создается при отряде района города Шымкента. Сюда входит состав управления предпринимательством. Так, Аким Ашан, спасибо, Атамекен. И полицейские. Все. В этом мониторинговой группе это как с работниками санитарной службы нету. Теперь схема какова у них? Мониторинговая группа. У нас был по городу Шымкента, я объясняю. Мониторинговая группа это как вот должны посещать объекты по соблюдению карантинных режимов моментов. Теперь после того, если выявляют, они составляются этот как имидж составляется протокола. Передают координационный центр. Всем составляется мониторинговая группа? Да, мониторинговая группа. То есть это как, кто составит там. Если предпринимательство вместе они должны, это ГРОВД, Акимат, это работник Акимат, это все они выявляют, если нарушают, они составляют. Потом передают это как вот это через военат, это нашим районным управлением санэпидконтроля. То есть уже весь материал, уже этот подготовленный материал передается этот, как управление санэпидконтроля. Уже это наши вносят, как согласно этого, нарушение согласно статьи КОАП 425.1 и буквально этот, как вот там вносится постановление по наложению штрафа. Теперь вторая схема. Если, этот, как бы, если гражданин выявляет какого-либо нарушение, обращайтесь к координационному центру, то есть это как город существует координационный центр. Там она регулируется как кем? Вот это управление здравоохранения, при нем имеется на координационный центр. Туда можно брать все
вот эти обращения, так сказать, вот лиц, которые, так сказать, выявили нарушение карантинного режима. Так, потом координационный центр передает, так сказать, вот местонахождение объекта. Где нарушено? Например, или то идет, или свадьба идет, или это как скопление, массовое скопление, где идет. И вот то, тому поликлинике передает этот как вот это все мероприятия со всеми материалами. Теперь поликлиника передает нашему управлению, сами с контролем города Шамбека, 4 их. Экстренное извещение. То есть это как экстренное извещение гласит так, что это как что скопление людей и может это как вот передача вирусной инфекции через путем вот, массового скопления людей. После чего наши изучили материал, и регистрируются как органы СПСИ, идут уже это как проверка на этот объект. Вот эта часть. Проверка это как. А так наше управление, значит, по городу Шимкенту проводит. Санитарно-просветительную работу. Если видите этот, как, в этих чат, вот этих, как в Фейсбуке, даже в Инстаграме, наши как, вот, желтой форме, чисто санитарно-просветительная работа. Без применения как, каких-либо административных наказаний. Давайте конкретно я уточню, да? Получается, по вашим словам, мониторинговая группа — это состав отдельных ведомств, правильно? Да. Теперь конкретно вам вопрос. Сотрудники полиции самостоятельно, в одиночку, могут приходить проверять санитарно-эпидемиологические мероприятия? В составе мониторинговой группы, да, имеют это право. Без состава мониторинга? Без состава, я не знаю, кого вы имеете в виду. Участковые инспектора самостоятельно, одни могут приходить? Да, нет? Одни не могут приходить. Не могут приходить? Это мониторинговая группа есть, это для этого. Все понял. Я так понял, что они не имеют права самостоятельно приходить, правильно? Правильно. Теперь, в случае выявления таких фактов, жалоба, куда надо обращаться? Департамент полиции, это как Акимат города Шимкент. А вот этот координационный центр, вы сказали, да? Координационный центр, я имею в виду, смотрите, здесь этот как вы одно с другим путаете. Угу. Здесь координационный центр создан для того, чтобы предотвратить какое-либо распространение инфекционного заболевания. То есть проведение разного рода мероприятий, скопление людей. Из-за этого. А насчет вот это как вот что пошли проверили, вот незаконно проверили, это для этого существуют это могильные группы при прокуратуре. Ну все, я понял. В общем, если есть какие-то претензии жалобы, нужно обращаться в департамент полиции. Так понял? Департамент полиции и один из людей, по которому вы можете передать это тех. Что это? Незаконное посещение объектов общества. И теперь я вам официально говорю о том, что в городе Шимкент участковые инспектора самостоятельно, без состава мобильной группы, приходят и проверяют вот эти объекты. Я обсуждать какой-либо орган не имею права. Нет, я вам официально, как координирующий департамент, я вам заявляю об этом. Игорь, если это так, есть конкретные факты, есть у нас этот как, уважаемый генерал, руководитель департамента полиции. Если конкретно, если Иванов Петров Сидоров, это вы можете это, как, вот, лично выходить на него и жаловаться. Все, хорошо, спасибо большое на первый вопрос. Теперь второй вопрос. Что касается ваших сотрудников санитарно-эпидемиологического контроля лица управления. Теперь, вот эти участковые инспектора составляют материал, я не знаю, рапорт, либо акт проверки, да? Потом снимают на свой личный смартфон, телефон и передают эту видеозапись вместе с материалом. Ваш департамент, вы их территориально отправляете. Теперь ваши сотрудники... Нам не поступают, они прямо... Напрямую отправляют. Ну хорошо, напрямую. Теперь ваши сотрудники в лице главных специалистов, они как уполномоченные органы, правильно? Так. Согласно 804 статье, они как... На них возложена эта обязанность проводить, согласно административному кодексу, проверку, проводить оценку доказательств по нарушению, действительно было факт правонарушения. Этот состав административного правонарушения должен проверять. Они этого ничего не делают, я вам говорю. Потом нарушают личные права граждан. Подождите, я сейчас расскажу. Нарушают личные права граждан. А именно, они не разъясняют 744 статью административного кодекса. Понимаете? Володор Царевич, пожалуйста, ответьте.
камеры не идет. А так получается просто голословно сказано. А, ну все хорошо. Тогда камера выбросим, а тогда құрметті халық, Шымкент қаласының тұрғындары, егер де осындай жағдай болып жатса, участковыйлар келіп, мобильный топта құрамы жоқ болса, толық жоқ болса, тексеру барысы болып жатса, маған хабарласыңыз. Ол заңсыз болады. Ол заңсыз болады. Себебі Төлебаев Абдыманов мырзаның шығарған қаулысына тікелей қарсы болады. Ол полициялардың өздері жеке бастарымен барып, қандай да бір магазин. Атамекен, тағы? Атамекен, әкімшіліктен, кенен полициядан, төрт. Егер олар қосылса, егер өз еркіндігімен. Құрылған. Сол магнит топтардың жұмыстары күнделікті олар бәрін енді біздің санитарлық қызметтің мамандары бойынша біздің жұмысымыз санитарлық ағарту жұмысы. Біз ешкімді айыппұл салып жатқан жоқ ешкімге. Ол біздің санитарлық ағарту жұмысы. Ол халыққа түсіндірме жұмысын ковид инфекциясын ары қарай жұқпау түсіндіру шаралары жүріп жатыр. Енді қараңыз аға, бағана айтып отырсыз ғой, той, беташар, қандай да бір залда үлкен бір мерекелік тойлар болып жатырса, соларды барып, бағанағы мобильный группа, арнайы мониторинг топтар бар ғой, солар барып, ескерту шараларын жүргізеді, мейл түсіндіру шараларын жүргізеді, немесе түсінбей жатса, жаңағы штраф айыппұлдарын салады, иә? Егер бәрі дәлелденіп жатса. Енді арнайы полицейлер келіп, бағанағы кішігірім бір ипімен ашып отырған жеке кәсіпкерлердің магазиндері бар ғой, кола, анау-мынау сататын азық-түлік дүкендерін тексеріп жатыр. Біз соған ашынып жатырмыз, халық бізден талап етіп жатыр. Қатал екен, сол өзінің қызметкерлерінің арасында сондай өрескел заң жұмыстар жіберіп жатқан жағдайлар анықталса, ол кісі шара көретініне көзім жетеді. Сол себепті ондай жағдайда жаңағы сіз айтасыз ғой, егер сондай жағдай болып жатқан кезде сіз ол біріншіден прокуратураның ішінде мобильный топ бар, заңсыз тексергендерді анықтайтын өзінің прокуратураның өзінің несі. Егер нысанға мына мораторийге қарамай жаңағы біреулер барып өзі заңсыз тексеріп жатса, енді өз құзыретін асыра пайдалан. Енді әрбір түсініктеме алу, түсініктеме не қылу, оның бәрі ол считается уже заңсыз тексеру. Сол себепті жалғыз жарым егер жаңағы тұлғалар баратын болса, кешіріп қойыңыз, ол кезде сіздер заң аясында құзырлы мекемеге дұрыс түсіндік. Енді жаңағы сіздің координациялық орталық деген себебі ол себебі мына біздің қалада сіз дұрыс өтемін деп ойлаймын. Сізде жігіттердің арқасында біздерде осы мына ковидтің жеңіп шығамыз. Хорошо, сіз қазір ана жерде тойды молап болдырмай, ана жерде мынандай пока біз осы вакцинамыз толығымен халықты вакцинировать етіп жатқанша бұл пандемиядан құтылмаймыз. Біз вакцина салдырмыз. Сол себепті қазірше тойды молап тоқтатып тұрған себебіміз сондай жағдайда. И соны анықтаған жағдайда сол тұлға координационный центрге хабар береді. Ол координационный центр топтап, сол поликлиника мысалы осы департамент Әкірек ауданында орналасқан болса, біздің абсолют сетет поликлиникамыз бірінші поликлиника болатын болса, біздің екінші поликлиника болатын болса, біз сол кісілерге екісінің есепшене беруге нұсқама береді жаңағы координационный центрде. Координационный центрден нұсқаманы алып, сол поликлиника уже біздің аудандық басқармаларға екісінің есепшене жедел хабарлама. Мынандай мынау қалай жүрген жерде осындай той деген болып жатыр. Сол жерде қауіп бар, тараудың ауыр сырқаттың тарауы қауіпі бар дегенде сол кезде біздің адамдар сонда тексеруге через итог прокуратураға тіркеліп барып тексереміз. Ношение масок каким образом должно осуществляться правильно? Что должно закрывать?
Қазірдің болып, знаете, ношение маски, сам маски. Вот верхнің қатын түсініп дейміз. Ауыз келеді оған, мұрын келеді тұрсы, осы екеуі жау болды. Теперь маску должна носить как минимум 2 часа, 3 часа, потом его менять должна. Правильно? Просто такие случаи бывали, когда продавец магазина находится один в позднее время, да? Он маску старую снимает, кушает быстро на ходу, пока клиентов нету. И в этот момент приходит участковый инспектор, вот так снимает на камеру, вот он без маски находится. Тот берет маску, одевает, он говорит, да я все равно на тебя протокол буду составлять, материал, я отправляю. Как вы думаете, состав административного правонарушения существует? Ну что, здесь этот присутствие, этот, знаете, очень много. Давайте договоримся. Я в этом проверке участковый, я не был. Во-первых. Во-вторых, участковый один он пошел, да, вы говорите? Да. Да. Тоже это неправильно. Угу. Теперь, если этот как нарушение человека, этот как вот если убирается, если перед закрытием, ну это присутствие же много. Им надо было доказать это, вот это присутствие. Правильно. Я перед этим я закрываюсь. Мы специально, знаете, если этот, как заметили наши, если этот как вот заметили наше постановление, мы этот, конкретно там указали общественное питание, если после окончания своей работы, чтобы момент доктора 23.00 сразу барбанзик уже ел машину, бер сарат, бюджинас, руба деген. Вот, Батарыш, вы разъясните вот эту часть. Именно объекты были. Объект больше. Сонда его сад берген бізде. Сөйтесіз ба? Егер жұмыс уақыты бітті, ол уборка жасау керек. Дұрыс па? Ертеңгі дайындау керек. Соған біз рұқсат берген. Қазіргі таңда уже ол кісіне енді жеңілдету бағыттары өздеріңіз білесіз, қаулыда кетіп жатыр. Бізде де жеңілдету жұмыстар бойынша жұмысты толығымен ауырсырқақтың параллелін кетіп жатса да, қазір мына жақтан халыққа қиын болмасын деп қазір жеңілдетіп бүгін межгерісінің комиссияның несі отырысы болып, ол жерде де ендігі аптада көресіздер, бірен сағат уже жеңілдетуге. Просто я почему это говорю, да, это просто не один случай, это много таких фактов. Ну, давайте. И они материалы составляют, отправляют, а ваши главные специалисты, да? Не проверяют. Не проверяют. Они видят вот на видео зафиксированный факт без маски. Все. Слушай, лично я как юрист, да, я считаю так, что в любом факте должен быть состав административного правонарушения. Если человек снял, он выполняет требования, правильно? Ношение масок. То есть 2 часа он его носит, она уже устарела, он должен менять его. Он снял в этот момент, на камеру зафиксировали, я считаю, это не является правонарушением. Слушай, я болгар машин, на біздің управлениелердің жүрген ана сарыгендер, жүрген қыздар балаға жігіттер бар ма? Соның бәрі соны біз үйретіп жатырмыз, айтып жатырмыз. Егер масканы шешпеңіз, келді ма адамнан маска требовать етіңіз, кірген кезде сіз сыртына дәу қылып жазып қойыңыз. Машина режимі бізге кірдіңіз ба, затыңызды алдыңыз, кеттіңіз сыртқа барып, енді таза болмай жатқан біздің масканы сыртта ашарсыз деп. Сөйтіп түсіндіру жұмыстары біздің жүрген қыздардың бәрі. Сіз дұрыс айтасыз да, ал мына жақта на местах да, сіздің қарамаңыздағы адамдар дұрыс по-другому, они как дұрыс түсіндіріп жатқан жоқ. Они как это, как она, ненадзорная, они как карающий орган, штрафы. Отсюда у людей, да, возникает мысль, а был Мухмед, а все жинал этот, қайтадан. Я сөйтіп ойлаймын. Мен 500 теңгені берген ақшаны қайтадан жинап жатырмын дейді. Ондай, ол біздің сел этот как не штрафы бар человек. Правильно, вот вы правильно рассуждаете. Сознание этот как что. Сіз басшы құрам ретінде дұрыс айтып жатырсыз, бірақ қарамағыңыздағы адамдар олай істеп жатырған жоқ аға. Например, менің басымнан өткенім, менің өзі туысқаным, бір 3 сағат тағады маскасын, 3 сағаттың арасында шешіп тастап, қасындағы інісін жібереді, бар аптекадан маска алып кел дейді. Сол кезде полицейлер кіріп келеді. Бағанағы құрамы жоқ, мобильный топтың құрамы жоқ, тек қана полицейскийлердің өздері келеді да, жай қарапайым қара қазақ халқымыз штраф арқалап кетіп жатыр. Ол дұрыс емес қой. Айтса түсінбейді ана полициялар. Мына қаулыға сәйкес, мынандай қаулының номеріне сәйкес 2 сағаттан 3 сағаттан артық тағуға болмайды. Мен қазір ауыстыруға аптекаға жібердім десе түсінбейді аналар. Штраф жазып кетіп жатыр. Бұл жерде ошын. Мына жаңа сіз айтқан, егер заңсыз сол нысанға барған болса, бұл жерде түрдің бәрі содан шығып тұр ғой. Бес сырбыр начинается с того, что незаконно добыть этот как материал получается. Білімсіздіктен шығып тұр. Иә, сол себепті сіздер қазір енді оң жерден біздің адамдардың жүргенінің барлығы бар. Біздерге де оңай емес, негізі сіздер дұрыс түсініңіздер. Бір адам делана
рәсімде бұл неғылып ол кісілердің әкеген баяндатынан кейін ағыры біздің 199 қатымыз бар, біздің алып жазатын, толтыр рәсімде бұл дело болған бегенше. Ваши специалисты просто нашего, да, говорят так, будешь выпендриваться, полную сумму будешь платить. Наши так говорят. Вот и все. В общем, этот нормальный вот я так понял. Вы же меня знаете, правильно? Видеоролики, наверное, смотрите, да? Я по госучреждениям хожу, я всегда требую ношения масок, санитарных норм, мы с вами встречались, дистанцию соблюдать. Я за вас, я всегда. Мы с вами встречались, как раз как было дело как вот, по отношению медиков, которые неправильно этот как вот диагностировали, неправильно этот как вот поведи, реабилитационный центр, где был вопрос, какие есть. Вместе с танком, что вот сонда вирусеген сөзі біз тасынамыз. Бірақ фактически былай келсек амамыз. Мен жауап беретін органның, жауап беретін болады жалғыз өзім емес. Біздің төбеден бізге сен тапсырған орган, департамент, санитарлық бар. И төрт аумақтық басқармасы бар ол органның. И сол себепті бұл нәрсе бізде ежедневно, ол мысалы қазақстан деген. Вот я собрательница, руководитель управления самолетной юридической. Фактически ходит этот, как ежедневно по каждому управлению. То есть это разъяснение, правильное составление, а потом второе, это, как у нас есть ошибаться там нельзя. Есть у нас программа ИРАП. Единый реестр административных правонарушений. Там сидят в этом ИРАПе все прокуроры, это, как каждый атом мира едят. Соцверка. Если будешь это, если неправильно они кому-то наложили что-то, накажут, как государство, слушая наших, в связи с этим, это они скрупулезно поступившие война, рапорт, они доли поперек. Если она не доработана, мы возвращаем это органам внутренних дел. Говорим, вот здесь он не признался, здесь у вас видео этот какой-то в виде, значит, все вас касают. Вот таких моментов у нас уйма хватает. В связи с этим. Насчет добытия этот какой-то автоматериал. Я лично думаю, вы должны выйти в департамент полиции, взять за свою руку. Мы тысячи раз выходили. Есть, но департамент полиции тоже этот как вот это об этом знает. У них тоже внутренняя безопасность тоже об этом работает. Но факт, что этот как, я не говорю, что за кого-то, Иванова, Петров, Сидоров. Есть некоторые этот моменты, которые этот как раз и навсегда мы должны решить. Вот насчет этот незаконного поощрения. Пожалуйста, вы от своей личной имени вы обратитесь к нашему уважаемому генералу. Я сам лично этот если поводом нашего обращения, это ваше обращение нашего департамента будет, мы им напишем письмо. Вот так и так, вот что там излагает от имени этого предпринимателя, что господин Алпсфэдов Кагарма заявил, что этот как сотрудниками полиции этот как неправомерно добывается некоторые материалы. Все пожалуйста, Володов, готовьте это письмо. В общем, когда сидит без генерала Шрама, айтамыз. Вот и ол бірінші, екіншіден. Управлениелерде отырған біздің басқарман басшылары, орынбасарлары, бөлім басшылары, бәрі келіп түскен материалды через сити пропускают. Если она не будет служить для составления дальнейшей этот как бы применения атомного метода, они возвращают сразу. Срочно вот этот баян атомки где-то и добиться, чтобы этот объяснительные нужны на полгода уже хотят вас. Я говорю, я не признаю, это все звало Балама, как-то это уже не одно место. Просто я вот в Айфарамиске ходил, да, с заместителем управления разговаривал. Я им говорю, вот вы видеоматериал смотрите, вот почему его принимаете в качестве доказательства, если это не сертифицированный аппарат, если там не указано ни дата, ни времени, если на видео не сказано, какой объект проверки они пришли, если они сами не показали свое служебное удостоверение, почему вы это видео допускаете в качестве доказательства? Потому может, что... видеомонтаж может. Потому что в административном кодексе указано, все сомнения трактуются в пользу этого человека. Правильно? Это во-первых. Во-вторых, вот эти сами сотрудники, когда эти вопросы я задаю, он говорит, вот этот заместитель говорит, а здесь есть рапорт, нам этого достаточно. Я говорю, как рапорт? Рапорт, он как надзорный. Если у тебя есть свидетель, ты в протоколе укажешь, что есть свидетель, он подтверждает, да, он был без маски. Я согласен с карантинными мерами, да, я согласен с проверками, но все работы по проверке, да, они должны быть в составе мониторинговой группы, потому что этот офицер, участковый инспектор, он
вашу работу абсолютно не знает. Понимаете суть проблемы в чем? Отсюда потом люди возмущаются. Этот пришел участковый, ей говорит, плохо, а тогда я здесь оставшу. Если не будешь со мной дружить, я завтра, послезавтра приду. Все равно я тебе составлю материал. Сондай болды. Пусть мониторинг группа занимается. Серьезное объяснение в какой-либо орган мы не правы сами. Да, здесь обсуждать. Жо, біз Ералы Жумахамбетовтың алдына да кіреміз. Я как руководитель. Вы же можете с этими руководителями сами имамы. Я сам лично этот как вот выдал этот когда господина генерала. Мы требовать будем с вас. Знаете почему? Потому что вы это постановление выносите. Это во-первых. Во-вторых, вы контролирующий департамент. Именно по этой работе. Я вас не спрашиваю работу там ЧС или работу пожарников. Правильно? Я вас спрашиваю за санитарный вот этот контроль. Вы как руководитель целого департамента, поговорите с начальником ДВД, с акимом города. Вы организуйте эту мобильную группу, работу, понимаете? Еженедельно работа мобильной группы заслушивается на уровне первого заместителя города, акима города Шымкента. И там этот как все вот это, вот в эту неделю будет штаб, будем этот как. Пригласите как общественника, меня, его, я желающего начале, общественника. Почему вы сами все это делаете? Вначале я должен как оповестить это ваше этот как вот это пожелание. Вопрос. И если они это, знаете, это государственного органа, бар обсуждение это частниктер отрасли не было. Почему? Вот наш президент Республики Казахстан, да? Сказал, что любые государственные органы, даже акиматы, они должны быть доступными, чтобы слышали проблему народа, понимаете? Вы должны слышать нас. Без сона, без мы туда это скажем, все более это скажут. Даже если вот в условиях карантина, да, согласно 560-го постановления правительства, даже если карантин, вы делайте тогда онлайн тогда конференц-связь. Какие проблемы? Техника же есть же, правильно? Я могу сидя дома. С вами разговариваю. Біз белсенді ретінде сізге халықтың мұңын жеткеріп жатырмыз аға. Хорошо. Онда байланыс болғанда, вот это тоже учтите, это будем насчет... Какие есть замечания, вы должны принимать, устранять. Видеоконференц-связь может устроим, а там и кем подключим, может это. Конечно, да? Конечно. 21 век. Сейчас этот... Цифронизация, дамған. А там и кеммен нужно договориться именно этот, как, по вопросу, который поднял это господин Таман, именно по посещению объекта, незаконному посещению объектов, незаконное составление протоколов и незаконное это как вот проверка. Проверка. Основная проверка бутура, проверка масса и рапорта не будет. Просто простые люди, вот честно, да, они боятся. Мы услышали. Бізге күніге мыңдаған смс келіп жатыр да жеке парақшаға. Не деген андай жылау да тек қара халықтың мұңы. Арман, я выражаю вам благодарность, во-первых, со стороны нашей самой службы. Вот я был этот как вот планерка, здесь оказывается был один момент, но здесь я объясняю вам это. У нас департаменте, значит, это как посредством индивидуальной защиты, посредством дезинфицирующие, санитайзеры, другой, третий, вал валом уже больше. То есть, сами знаете, сапожник без сапог не бывает, сапожник хоть кривой, но сапоги есть у этого человека. Ну, фракции у нас этот, как все обеспечено. Государство на это уже централизованный этот градкомитет, это все выделено. Здесь они. У каждого человека по 3 часа меняется этот как бы маска. Они все прекрасно знают. Но факт, что было, оказывается, утреннее время, но эти люди свои получили. То есть 102, которые вот пригласили, они составили. А вы имеете в виду про своих сотрудников? Да. Ну, а не наши. Они привлекли? Да, привлечены, да. Привлечены, да, уже привлечены. В качестве должностных лиц или богатых? Нет, они никого не должностные. Они не должностные. Они этот как, знаете, организационные распределительные функции не имеют, должны же получше. Это я понял. Я их не должностях не знаю. А вторая, это как бы только к нам отправили на этот как, центр вот этого, занятости по как вспомогательным гражданским лицом, вот это, которое вторая девушка. Ага. Но факт, что этот, как, конечно, мы рады с вами сотрудничать, но факт, что это в будущем этот, как, вот, насчет ежедневного применения СИЗ, у нас этот, как, вот, люди отвечают за свои этот, как, действия, ежедневно термометрия проходит. Но второй вопрос.
насчет вот это, что у нас не выделяется, такого не у нас не было. Где, если сами вы требуете, у нас это все есть. Потому что мы должны как-то показать вам, что вот мы соблюдаем, будьте добры, все соблюдаем. Почему начали этот вакцинат? Чтобы перед народом, да? Медики начали в первую очередь, как, чтобы сказать народу, это безопасно, это как бы вакцинация. Давайте пандемию мы не выиграем без вакцинации. В связи с этим, как общественным, в этом направлении вы мне помогите. Помогите как вот, чтобы этот как вот организовать. У нас этот как течение, вот если уже коронавирусный этот как вот, завод уже начал работу, то есть этот как в март месяц этот как вот будет госорганов там, медики до конца, правоохранительные органы, так, педагоги и все привлеченные, которые государственные этот органы в организации работают, они уже первое что они все вакцинируются, а уже дальше уже население будет. И там предприниматели, и население, и там. В связи с этим вам, нам надо сейчас среди людей тоже разъяснить. Мы тоже ежедневно разъясняем, но когда человек рядом, надо как ходящий человек объясняет, им это быстрее доходит. В связи с этим сам вот эта вакцина безвредная, что надо, и чтобы это было выиграть пандемию, нам надо вакцинироваться. Вот конечный результат такой. От вас ждем помощи. А так мы рады сотрудничать с вами. Пожалуйста. В любое время можете выходить. Или надо, если нас мы не будем, пожалуйста, письменно оставляйте. Свидетель? Кім свидетель болады медицинаның ішінде? Бәрі қорқады, тура қорқып тұрған халықтың артынан келіп тұрған жоқпыз ба қазір? Тура сол сияқты халық қорқыған. Сіздерді ескерту жұмыстарын жүргізіп жатыр деп ойлап отырған жоқ халық. Халық тек штрафовать ететін органдар бізге қалған. Сондай түсініп қалған аға. Сары киімді қыздар аяғына тоз бейін не істеп жүр, білесіз бе? Жоқ, жалпы сондай жұмысын және де мына біздің алдымызда үлкен науқан тұр. Вакцинация науқан. Сол науқанмен жүрміз біз. Негізінде ол вакцина егер біз алатын болсақ, бұл пандемия құтылып, сол кезде сіздің тойыңызда болады, ойын сауығыңызда болады, бәрі болады сол кезде. Егер бәрі салдырып бітсе, бүкіл Қазақстан уже ашылады деп жатыр. Вакцинацияның цели не? Біз қоғамдық иммунитетті сақтайды дейміз. Мынау вирус кіретін жерді таппау керек, түсінесіз бе? Вирус қалады сол кезде. Вирус қалады деп айтпаймыз. Иә, қалады. Вирус бұл вирус дальше өшеді. Но нам вот это не надо его вот этот год оставлять. Никакой этот ответ, что вошел. Фуамза, иммунитет. Нарзымыз біздің адамдар зерделеу үшін тұрған тіркеледі. Тіркелген деген оған хабардар етуі тиісті. Онда қажеті жоқ. Онда қалай дәлелдейміз оның права нарушения? Тек қана жеке кәсіпкерлерді тексереді да бұл? Хабарландырасыз. Основание вашего посещения, то есть это обращение от общественника юриста, условно жалтает, что они изложили вот это все, они написали сейчас. И мы все изложим. Штаб-кар. Штаб-кар. Вы как руководитель своим подчиненным протокольное поручение дать и пусть письмо подготовить. Хорошо. Все, спасибо. Спасибо.